понимаете, что вас пытались обмануть? Вот теперь уже поняла. Теперь я поняла. Что это мои деньги, да? Что это ваши деньги, да. И вы их чуть не лишились. Да, чуть не лишилась. Сейчас я поняла. Сначала я сопротивлялась этому молодому человеку, потому что, ну, так все было убедительно. И госуслуги, и следователь, и вот этот, ой, уж не знаю. Что можете сказать в адрес сотрудника, который сохранил вам деньги? Ну, только благодарность. Большую благодарность. Я ему прям признательна, что предотвратил. Так что мои деньги в безопасности благодаря этому сотруднику.